Привет! Это Реборн. На канале смешных нарезок с Куплиновым вышла очередная смешная нарезка с Куплиновым. То они не выходят по несколько месяцев, то вторая нарезочка за неделю. Прям очень быстро на самом деле. Называется «Смешные моменты с Куплиновым. Тапс 2». Насколько помню, первую часть мы смотрели, вроде как. Если смотрели, то ролик явно есть на канале, поэтому поищите и посмотрите его, если вдруг еще не видели. Вот. Но прежде чем начать смотреть этот видосян, друзья, не забывайте подписываться на телеграм-канал, на Трово, на Яндекс.Дзен, на группу ВКонтакте. Ссылочки все будут в описании. Теперь погнали посмотрим ролик. Думаю, будет что-то прикольненькое. Поехали! О, Димарон. По-моему, давненько не было. Эй, здорово. Это внезапно. Тапс. Как угодно. Апс. Тотальный аккуратный боевой симулятор. Ваши варианты, да? В комментариях. Аккуратный прям тоже точно там должен быть. Я тоже прочитаю. Поехали. А что у нас здесь? Давай. Кто у нас здесь? Как у нас здесь? Мы в центре. Ага. Здесь какие-то боги, непонятные люди в шарах. Это что? Люди в шарах каких? О, я вспомнил сразу фильм из 90-х годов «Парень в пузыре». Конечки какие-то. Это Микки Маус, да, какой-то? Не очень похоже, на самом деле. Райский Микки Маус, ясно. Не, ну сразу превьюшку подыскиваем себе, чтобы было... А, хорошо. Типа, чувак, не надо меня фоткать, вон туда иди, там вот покрасивше будет. А, вы обе показываете. А, это бабочка, что ли, здесь? Я думал, показывать, типа, иди там приюшку, бери там получше. Кто вы такие? Это что у тебя такое? Это стрелять, это... Это, по-моему, знаешь, это кастеты какие-то световые. Это куски тостера. Ты мне хлеб жаришь, что это за усатый мужик? Так, но... Это ты. Это все, это победа, это 100%. Нифига себе, откуда там слоны взялись? Ну, естественно, там, где слоны, там точно будет победа, потому что как бы слоны растопчутся всех остальных. Тут как ни крути, они просто не дают дальше. Вот видите. Он дошел, и в этом вся проблема. Кто меня стреляет там, я не пойму. Ты живой, что ли, еще? Серьезно? Нифига себе, он идет и падает. Что ты делаешь? Я забыл такой. Ты лук-то за жопу поставил, и всего стрелять, на! Нифига себе, вот это там Тор. Давай. Да как ты, почему их-то бьешь, Барда, бей? Хуел совсем. Не застреваем, пацаны, в друг друге, хуйню не... А ты, блядь, смотри, что делать, смотри, что он делает, нахуй. Он танцует, по-моему, такой. А, я с луком, я танцую. Он не стреляет. А, этот тоже танцует, смотрите, и двое танцуют. У него лук в жопе. Да откуда такой взятый, кто, блядь, сюда прислал-то? Так ты же вроде его туда поставил. Ой, нахуй тебя сюда взял. Он не стреляет. Он стреляет, но куда стоит, непонятно, понимаешь? Иди на... Так, спокойно. Сука, придурочный какой, только ты... Просто скинь его нафиг и все. Вы-то чё? Ой, господи, ты что так орешь и пересрался? Встали, алло! Вы-то хули встали здесь в куче? Бля, да что за парочка-то у вас такая? Нравится? Вы понимаете? Видел, они там передолят друг друга. Слышь, воевать надо, они вот это не хотят. Ой, блядь, ясно. Не мешь, блядь, ну сейчас... А, нет, все нормально. Ну уж слон-то один явно здесь что-то не сделал. Он опять слез, пацаны, стреляйте в него! Нифига себе, у него две этих там молнии. Да он вас сейчас заколбасит всех. Он опять слез, пацаны! А, все, упал? А, ты стал? Пацаны, он живой! Пацаны, срочно в него! Пацаны, срочно в него! В него, пацаны! Давайте, пацаны, пацаны, вот этого, в этого! Вот меня, меня, пацаны! Вы лодки, ублюдки, пацаны! Специально стоит за ним и материнок, да? Я вас так потыкаю, лошары попасть не могут! Чушки, чмошки! Молодцы, какие! Попали? Какие молодцы, ебанутые, правда, ну? Все, все! Почему они, блин, так это топчутся вместе, я не понимаю? Идут просто в упор в слона! Слон просто их такой хоботом на. Слышишь меня или нет? Ой, улетели. Тортилья, арахис, блюдо сложное, наверное, приготовить. Короче, я сегодня... Ну да, 100% сложно будет. Синекушка и внезапно. Если кто-то смог подумать, что это какое-то предательство, типа я играю за синих... А что, у него обычно не синяя кружка? Я просто не шарю. Напишите в комментариях. Я выпиваю их жизненную силу вот так вот. И с каждым глотком у синей команды становится меньше хп. Я сначала прочитал «Звездные гниды». Похоже, кстати. Подожди. Да жду. Что ты повторяешь, понимаю? Подожди. Да я на месте, давай, рассказывай. Подожди, голова закружилась. Много раз подождал. Подожди, голова закружилась. Так, спокойно. Ебать, голова кружится. Я сейчас, я осознал, я принял. Мне кажется, мы связались. Оттуда, да? Пора. Я сегодня в синем.
Раньше была синяя кружка, теперь синий сам. Он скажет, то с синей кружкой, то с синей футбол. За синих, что ли, играешь, что-то скажет. Нет, не играй, я просто как бы, ну, типа, хочу почувствовать себя в шкуре Артемки, вот этого Влада, хочу почувствовать вот этих вот людей. Окей. Весьма известных вам. То есть, когда будет какой-то... Я немножко про них забыл, если честно, потому что когда он сказал Артемка, что-то такое в голове немножко заиграло. Потому что момент такой великий, знаешь, я, окажется, что я какой? Просто... Они подумают, что я за них, а я не за них. Священного слона поставить, ну, я не знаю, я как бы поставлю, мне как бы не жалко. Нифига себе, здоровый слон. Как королеву просто затопчет себя за долбит, смотри. Здесь как бы сейчас хпшка была... Куда это он улетел? Что, блядь? Почему это так случилось? Как не понялся вообще ни разу. Почему это так произошло, в смысле? Чё за бред-то, чё за хрень? Я тоже нифига не понял. Только Анатолька, Борис и Серёжка. Что? В смысле? Топтать, аннигилировать, беспределить. Свистеть. Вот те раз, подожди, а как так? Это на стриме он читает комменты, да, что ли? Я забыл расшифровывать сетап. Я вообще забыл это. Я сейчас смотрю просто на стол, пытаюсь понять, за какие слова сейчас можно зацепить. А что это? У тебя на столе обычно всегда есть слова, которые ассоциируют себя с тапсом? Неужели все варианты тапса были уже сказаны? Не может такого быть. Вообще такого быть не может. Только один бесподобный случай. Только Один. Так, я не понял. Мне надо, чтобы ты написал в комментариях. Я только не вообще... В смысле? Алло. Только... С кем он разговаривает? Бляха спал. Только бляха спал. А тут записывать надо опять. Ладно, у нас, значит, собственно, 7200 и жнец, и жнец, и... Что за жнецы такие страшные? Нам, соответственно, что? Да. Правильно. Правильно, 100%. Ну, никак иначе не может правильно, быть. Правильно, правильно, правильно. Фу, матюшенька. Вот, стоит, стоит. Так это ты матерился, я вообще ничего не говорил. У него два пистолета в руке, это как это? Что? Как он стреляет? Отлично, отлично, отлично. Там осталось, нет живого-то. Так, кто-то остался, спокойно. Помогу, помогу. Я иду. Помогу пацанам. Я не понимаю, почему он вверх стреляет? Какие прочные, вы чё? Чё за бред, блядь? Вы чё нахуй? Он просто стреляет вверх, они летят, пули потом опарят, в них каким-то образом. Они не берутся вообще! Чура-па-па-пам! Вот и я про то, что за чура-па-па-пам тут... Чура-па-па-пам, вы охуели, что ли? Хватит нас быстро бежать ко мне! Кипалик, бля, кипалик идет, пизда! Очень длинный кипалик! Быстро, быстро, десантура! Прыгай вниз! Уходим! Десантура! Сдох? Чё, серьезно? Вроде, блин, умеет так управлять пулями, что они аж летят вверх, потом вниз. А упал и сдох? Фу, лошара. Допустим, 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 допустим. Не надо так делать, пожалуйста, со мной! Я не пляшу на дискотеках, я уже не молодой! Ай-яй-яй! Тихо. Да он прям рэпер, слушай. Спокойно, вот здесь десантура работает, что не так-то? Так, спокуха. Стреляй! Да, блядь, он опять в жопу сидит. Чё за дичь? Лук засунул, что не делал. Так, ну по... Этим лучникам тоже все печально, Саня. Они опять сцепились, блядь. Опять у них сцепка эта сраная. Тупые лучники, чё вы постоянно цепляетесь друг за... Да им нравится просто это любовник. Подруга, ну серьезно. Я сейчас сделаю, блядь. Быстрее, блядь. Кто? Нифига, он улетел. Что случилось-то? Этот ковбой. Встань, встань, встань. Ну встань, ну хватит. Хули ты лежишь? Блядь, он лежит. Он лежит. Он просто... Ну потому что устал. Лежит и все, он попал в бак, я тебе отвечаю. Да иди ты своим, блядь, динамитом от меня. Спокойно. Принимаем их отсюда, потом спрыгиваем и принимаем там. Тихо. Как вообще в это говно играть, я не понимаю. Где куты? Смотреть на это весело, но я бы в это не играл, потому что как бы мне бесило прям пипец. Так сначала я их отстреляю, потом спрыгну. Победа? Что произошло? Не понял. В смысле? Что? В смысле? Что случилось? Ты же красный еще остался, какого хрена они победили синие? А что случилось-то? Ничего не понял я. Окей. Они сгорели что-то. А, не, он синий, я он же красный, какого фига. В смысле, что за хуйня произошла сейчас? А рассредоточил, сконцентрировался, ухуярил. Вот это основное. Давай. Рассредоточился, расконцентрировал, рсу, понимаешь, рсу, даже сру. Сконцентрировался, сры, ну, давай. Рассредоточил, от ухуярил, сру. Нормально, нет. Сру, хорошо, никому в названии писать не буду, это потому что это беда. Это смерть или нет, я не понимаю. Сейчас ко мне кто-то придет или нет? Там кто-то, по-моему, сбоку уже тебя стоит. Что это было, блядь? Ты меня пугаешь. Я сам чуть не перестался. Где ты? Пухуй! Офигеть. Какой хуй? Ты меня пугаешь, да?
Ты где? Тапс! Он же просто ждет, чтобы ты прыгнул. Тапс, тапс! Так, а ну-ка, быстро сами. Понятно, так, а ну-ка, быстро сами. Придумали все красиво, написали хорошо. Тотал ассурату батле симулятало. А, это он типа с акцентом прочитал. Это по немножечко французскому сюда приплетено, но это неправда, потому что французский звучит, наверное, по-другому. Наверное, все-таки, да, немножко будет по-другому. Будет что-то типа «Тоталу, аккуратулу, абаталу, самалу». Ну, типа по такому, да? Я не знаю французский, отстань. Так, подожди, ты сам себя-то не дави, дурак, блядь. Сам себя-то не дави. Почти, почти, почти. Да не вижу, за тобой бегу. Да не вижу, за тобой, что ты стоишь-то, стоишь-то зачем? Стреляй! Да твою мать, давай возьми. Да, блядь, уже задолбили, серьезно, что ли? Ведь даже, понимаешь, даже не встанешь. Просто так взял, нырнул в него. Даже ни на какую гору не залезешь. Вот это слишком имбовая хуйня, понимаешь, я сам за нее играл. Я знаю, что победить ее невозможно. Ну, наверное, все-таки как-то можно. В принципе, невозможно. Что мы можем поставить на 1200? Что, мне интересно? Так. Че, вот че ты разв... Как кто тебя убил-то? Когда? Не попадай! Не надо! Отстань! Попал. Блин. Как будто он прям тебя слушать будет, да, противник твой? Какой же ты мудак просто. Какой же ты мудак там. Куда он улетел? Остался один, уёба. Какой же ты мудила. Заебал! Отстаньте! Ну, задолбили и все. Как, блядь, это можно выиграть? Это невозможно. Вы сами-то, блядь, это проходили. Ты кому это говоришь? Мы-то тут при чем? Или нет? Разработчики, вы сами-то на 2800, блядь, здесь хоть что-нибудь выиграли или нет? Сейчас, наверное, выиграю, да? Объясните мне! Я не могу, я сейчас задохнусь, нахуй. Что такое? Что? Делать? Я не понимаю. Вот это его бомбит. Знаю, оно не работает никак. Ну кто, блядь, опять додумался до этой хуйни? У меня уж уши болят от его ора. Ну, сука, ну 2800, ну вы чего? Ну как я, блядь, на этом выиграю-то, как? Да почему ты не попадаешь-то не по кому? Кто там нахуй? Уйди отсюда, блядь, уйди, сказал. Да как так быстро они умирают? Ну что мне делать? Да потому что их больше, блин. Что? Где вы? Где они? Блядь, в кого? Не понял. Кто живой-то? Блядь, да ладно, ты забагованный остался, что ли? Да ну... Не понесло. Нет. Блядь. Как? Почему? Какого хрена? Блядь, это серьезно? Ай, как вы убили? Что ли? Он в баге. Я не могу ничего с ним сделать. В смысле? Фу. Вот это дичь. О, победа. Он сам сдох. Ладно, повезло ему. Не кричи. Это какой-то Саурон, блин, странный. Чё он живой-то? Не ходи. Вы смотрите на его глаза. Иди в пещеру! Не, да ты дурак, что ли? Блядь. Ладно, поехали вниз. Только не разбивайся. Не, не, это не, не надо. Не, да, эй, недоволен, смотри, блядь, недоволен, сука. У тебя-то же рта-то нет, откуда звук? Из жопы. Да не, не лечи, нормально все будет. Я все рассчитал. Да ты, не, не, не надо, да. Иди сюда, слоняра. Тихо. Бля, застрял. Окей. По волосатой жопе прям, блядь, получилось, чёрт. Тапс, 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 только... А, как говорится, а, как говорится, это одно слово. Только а, как говорится, более-менее тоже одно слово. Собрались проходить. Вот как-то так. Это нормально. Надо заканчивать. Это самое странное название. Я хотел посмотреть, но я туда не пойду. Я просто стрельну на всякий пожар. Это у кого-то трусы сейчас лопнули? Резинка лопнула у кого-то? Не похоже. Кого-то лопнула резинка от трусов, я слышал. Это чья, твоя, что ли? Твоя. Это что за Израиль? Просто такой раз говорит это, чтобы мы не подумали про него, да? Такие еще не понимаю. Как, вот так вот, вот такой вот тапс. Попробуй иди разбери, что это такое. Вообще непонятно, что за месиво, но выглядит довольно весело. Ладно. Видос просто восхитительный получился, как обычно. Огромное спасибо Куплинову за прохождение тапса. Огромное спасибо Димарону за то, что он сделал эту нарезку. Просто мега-мега ор. Ну, я думаю, вы это и сами заметили. Если вы тоже проорали, друзья, лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прожимать бубенчики, все интересующие ссылочки в описании. С вами, как всегда, был Реборн. Спасибо за просмотр. Пока.